Радио «Романтика». При информационной поддержке «Радио Романтика» в Москве в парке Горького проходил фестиваль садов и цветов «Moscow Flower Show». Гостей было много, цветов еще больше, а удовольствие от увиденного просто не счесть. Все хорошее когда-нибудь заканчивается, но не стоит расстраиваться, романтики, ведь у вас есть уникальная возможность увидеть все то чудо, которое сотворили там организаторы фестиваля. Но посмотреть на чужую работу – это только полдела, а вот воплотить подобные идеи у себя в саду – это совсем другое. Хотя, как мне кажется, нет ничего невозможного. Вот посмотрите, берем ненужное пианино, состариваем его краской и специальными приспособлениями, покупаем красивые горшки, сажаем в них любые цветы и вуаля! Оригинальное решение стеллажа для цветов готово. Такое можно сделать и у себя на балконе, и даже в комнате. Если у вас на дачном участке есть небольшой пруд, то почему бы не смастерить небольшие деревянные ящики, не засыпать туда земли и не посадить красивые цветы? И оригинально, и у соседей подобного точно не будет. Колодец с водой тоже можно красиво задекорировать. Ставим металлическую горку, насыпаем туда мелких камешков, сажаем по периметру растения, которые будут окутывать эту горку, и никто даже не догадается, что это просто колодец. А сколько потрясающих беседок можно сделать у себя в саду! И деревянных, и металлических, и с лабиринтом вокруг, и даже утопающих в цветах. Если очень захотеть, из одного маленького цветка всегда можно вырастить красивый лес. Было бы желание, а идеи придут всегда. Настройся. Настройся на романтику. Радио «Романтика». 98,8 FM.